рада приветствовать вас на этой прекрасной кухне, в этой very good атмосфере. И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный, просто бомбический меринговый рулетик. Для этого нам понадобится 6 сырых яиц курицы. Итак, нам нужно отделить белки от желтков. Нам понадобится лишь только белки, да. Будем отделять сюда. Масочку взобьем, но перед этим мы добавим с вами 1/4 чайной ложки соли и 1 щепоточку лимонной кислоты. Итак, друзья, вооружаемся миксером и взбиваем до стойкой белой пены. Когда мы добились желаемого эффекта, мы в 4 приема добавляем 250 грамм сахара. Но, чтобы уже быть прям уверены на 100%, что у нас все получится четенько, мы измельчили сахар до вида сахарной пудры. Мы добавляем кукурузный крахмал 25 грамм. И продолжаем взбивать до средней скорости. Нашу массу равномерно, легонечко, Серафима, осторожненько по всему противню. И отправляем нашу получившуюся массу в духовку на 20-30 минут. И 140 градусов. Попробуй. 30-35 минут при температуре. На 30-35 минут при температуре 140-150 градусов. Итак, друзья, дальше мы с вами приготовим очень вкусный джем. Для этого мы взяли ягоды. Ягоды можно брать любые на ваше усмотрение. Измельчили их, да, вот такой кажется. Далее нужно взять нам немного крахмальчика и сахара. Вообще 2 чайные ложки, но смотрите сами, я взяла побольше. У нас ягоды — это красная смородина и малина. Чайная ложка крахмала. И сахарочек. Так, раз.
2, я хочу 3, потому что это мало. Еще крахмала. Размешиваем и потом ставим на огонь и доводим до кипения. Итак, друзья, дальше мы готовим с вами крем. Для этого добавляем творожный сырочек, 150 грамм. Грамм сливок 33%. Сыпем сахарную пудру по вкусу. Итак, наша меренга остыла, мы ее перевернули и теперь будем распределять наш крем. Далее мы распределяем ягоды. Наш получившийся джем. Смотрите, как выглядит аппетитно. Не судите строго, готовлю в первый раз. Кулинарных навыков, конечно, как у моей мамы с бабушкой, у меня еще нет, но что-то получается. Теперь пробуем аккуратно свернуть наш рулетик. Благодарим вас, что заглянули к нам на огонек. Сразу хочу сказать, что рулет мы съели, минут за 5. Как говорит Танюша, все получилось четенько.